Окно пришлось открыть, хотя бы чтобы запаха не было сырости. Заходишь, невозможно. Впрочем, это похоже на соломинку, за которую хватается чуть было не утонувшая секция четырехэтажки в поселке Южном. На выходных на головы жильцов дважды обрушивались бурные потоки воды. Полный потоп. Вот ведра. У нас полные ведра, тряпки, все. Отовсюду текет, вот с лампочек текет. Как оказалось после, причина в трубе отопления, но не лопнувшей, как говорят в управляющей компании. Труба была выпущена, сломана в субботу ночью и в воскресенье тоже поздно ночью. Там стоял металлопластик, кто-то осуществил доступ и механически сломал его. То есть мы заменили эту трубу на сталь, дабы избежать. Потом на следующий день кто-то самовольно проникал и закрывал краны в доме, ну то есть тайков. Кто и зачем явно вредит дому, в управляющей компании не знают. Ее, кстати, назначили городские власти накануне ЧП. Прежняя банкрот и с августа на торгах. Жильцы говорят, за их домом не следили. Крыша, к примеру, протекает несколько лет. Страшно зайти в подъезд. Но, признаются, потому и сами по счетам не платили. Я им сказала, что платить я не буду, пока вы здесь не сделаете нам нормально все. Отопления у нас никогда не было. Оно и не будет, наверное, отопление. Света я тоже уже давным-давно, у меня света нет давно. Но как это, мы даже обрезали, чтобы не было вот этой всей вспышки. Света теперь нет во всей секции. От промокших стен иначе просто бьет током. 5 семей, проживающих здесь, пока разъехались по съемным квартирам или родным, но все равно будто привязанные к своим комнатам. Я приезжаю сюда каждый день. Соседи у меня с ребенком, с маленьким уехали. Я с двумя детьми, то есть уехала по знакомым тоже, получается. Ну, как бы остаюсь, скитаюсь, потому что находиться здесь не могу. То есть каждый день практически вожу ребенка в садик сюда, в школу у меня, то есть дочь ездит старшая самостоятельно. Ну, и то есть проверяю, хожу, подтираю, проверяю, чтобы ничего не обрушилось. От чиновников жильцы требуют расселения, но, как нам пояснили не на камеру в поселковой администрации, дом не аварийный. Его жильцам помогают. Например, выделили тепловую пушку, чтобы просушить потолок. Дому явно нужен хозяин. Управляющая компания сейчас назначена временно, потом будет конкурс, но будут ли желающие взять четырехэтажку с подмоченной репутацией? Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком.